Добрый день. Добрый день. Дистанцию соблюдайте, пожалуйста. Хорошо. Со строгим соблюдением всех предписанных правил. С момента объявления в мире пандемии COVID-19 Нижнекамск-Нефтехим принял беспрецедентные меры безопасности для сохранения здоровья персонала. Так, в марте 2020 года на предприятии был создан штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19. В компании проводится работа по стимулированию сотрудников к прохождению вакцинации. Благодаря этому среди специалистов УОП «Нефтехим» доля вакцинированных сотрудников достигла 91%. Все сотрудники столовых работают в средствах индивидуальной защиты, то есть в масках, перчатках. После каждого потребителя обрабатываются столы. Также столовые проветриваются каждые 2 часа и обеззараживается воздух с помощью рециркулятора. Также добровольные дружинники контролируют правильную организацию перевозки пассажиров на заводских автобусах. Ведется ежедневное дежурство на контрольно-пропускных пунктах. Кроме этого, добровольцы из числа сотрудников Нижнекамск-Нефтехима ведут контроль за соблюдением предписанных мер в буфетах и столовых предприятия. Являюсь уполномоченным по охране труда. И здесь дежурим в столовой ежедневно, добровольно. И предлагаем нашим посетителям, нашим гостям, соблюдать дистанцию, чтобы они все были здоровы, никто не болел. Несмотря на вводимые ограничения, такие как заполняемость на 75%, вынужденное соблюдение дистанции, работники завода БК неизменно приходят сюда ежедневно, по достоинству оценивая высокий профессионализм сотрудников УОП «Нефтехим». На этом производстве я уже работаю 40 лет, и изменения какие-то происходили, они все происходили на моих глазах. В принципе, и ремонт вот в этой столовой, вот так она преобразилась, и что было. Но неизменно, что отличало эту столовую, это качество обслуживания и качество вот приготовленных блюд. По приходу в столовую нефтехимики тщательно моют руки, после чего проходят на раздачу, где также контролируется ношение масок и соблюдение социальной дистанции во избежание распространения COVID-19. Все поверхности, дверные ручки, столы тщательно обрабатываются специальными растворами. На входе в столовую у нас дежурит уполномоченный по охране труда. Скажем, ежедневно по очереди один человек раз в 2 недели получается. Сотрудники компании со всей ответственностью подходят к сохранению своего здоровья и принимаемым на предприятии антиковидным мерам. На мой взгляд, что люди с пониманием относятся к тем мерам, которые сейчас, существуют. И вот дистанция, и маски, и мытье рук, и все это соблюдается. Несмотря на то, что коллективный иммунитет на предприятии уже сформирован, Нижнекамск-Нефтехимия привит их 89,8%, подобные меры помогают обеспечить безопасность сотрудников Нижнекамск-Нефтехима. В каждом заводе или структурном подразделении произошло разделение цехов, которые идут обедать или ужинать, каждый строго в свое время. За этим наблюдает председатель правкома завода или данного структурного подразделения. Стараемся, чтобы все вкусно покушали, стараемся вкусно приготовить. Они уж все спасибо говорят. Забота о здоровье сотрудников Нижнекамск-Нефтехима является одной из приоритетных задач руководства предприятия. А создание общего иммунитета – это жизненно важное требование безопасности для сохранения коллектива и стабильного производственного процесса. Алия Салахиева, Влас Семагин, Марина Чернышкова, Н-Медиа.